Да, спасибо. Можно еще раз побольше аплодисментов. Сейчас сразу начнем. Итак, меня зовут Шумил Фаланд. Я сегодня представлю IT-платформу для управления бизнесом. Мы начинали свой путь из того, что оцифровывали проекты клиентов, помогали им развиваться и, соответственно, внедряли IT-инструменты. Самое главное, что сегодня мы нащупали проблему у наших клиентов из-за растущего тренда технологического. Для развития бизнеса необходимо сегодня больше внедрять IT-инструментов для того, чтобы эффективнее управлять бизнес-процессами. Соответственно, управлять ими становится сложнее, и это стало большой проблемой для наших клиентов. Мы предлагаем надстройку над сервисами для управления данными, для того, чтобы наши предприниматели могли агрегировать все необходимые метрики и управлять ERP, CRM-системами, 1С и другими сервисами, маркетингами и финансами в единой системе, в одной общей платформе. Как это возможно? Это возможно благодаря визуально ориентированной технологии автоматизации. Это новая технология, которая можно без API, без знаний программирования осуществлять автоматизацию любого модуля, разворачивать его на серверах наших клиентов. Соответственно, вы найдете наших специалистов, которые помогут вам интегрировать данное текущее решение. И наш основной конкурент – это Abby Timeline. Мы работаем почти на одном рынке, только они акцентированы больше на крупный бизнес. Мы акцентируемся на малый и средний бизнес, на изменчивые процессы, потому что наша технология гибкая и позволяет автоматизировать даже сложный бизнес-процесс, постоянно меняющийся у наших клиентов. И, соответственно, мы ориентируемся на двух рынков – это B2C, возможность брать комиссию от как раз таки клиентов IT-услуг и брать, соответственно, паушальный взнос за пользование текущей платформой. Мы сделали прибыль уже в профессиональных услугах и сделаем прибыль, соответственно, продажи нашей IT-платформы. Для этого нам необходимо будет реализовать 768 продаж годовых лицензий, для этого нам понадобится всего 18 команд, а если мы транспонируем 18 команд в 100, то легко выйдем на желаемый российский рынок и займем свою долю. Но у нас глобальная цель – 12% от рынка IT-услуг и комплексного коммерческого программного обеспечения. И его мы сможем достигнуть, если вырастем 64 раза, но это мы достигнем при техническом параметре, если наше IT-решение сможет внедрять один человек за 3 часа в один проект. Соответственно, наша команда сможет это сделать, потому что мы уже проявили себя на различных всероссийских компаниях, конкурсах, извините, пожалуйста, и создали свое предпринимательское сообщество на волонтерской основе. И на сегодняшний день активно развиваемся и развиваем наше текущее решение. Соответственно, запрос к инвесторам. Запрос простой. Это поэтапное инвестирование в суммы в 15,3 миллиона рублей. Сумма пойдет как раз таки на доработку бэк-энд платформы, на выкуп программного обеспечения автоматизации, на маркетинг и трафик для масштабирования. Инвестор у нас получает 10% от доли компании, ежегодные дивидендные выплаты, exit value от 5 иксов по оценке компании через 4 года. И, соответственно, по недавнему исследованию Gartner, мы в тренде, мы уже создаем систему управления для гибридных IT-инфраструктур, и сегодня мы предлагаем вам отсканировать QR-код, оставить контактные данные, мы вам пришлем детальный план, и мы расскажем о том, как вы сможете приумножить, соответственно, вложения ваши в разы. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание, спасибо Стартап-шоу. Иван, спасибо большое, что приехал. Друзья, мне кажется, это очень уникальный проект.